В ночь на пятницу в железнодорожном округе погиб 23-летний мужчина. Его сбил автомобиль на пешеходном переходе у остановки «Рынок». Врачи скорой помощи не смогли помочь человеку. От сильнейших травм мужчина скончался мгновенно. Из-за позднего часа на улице было безлюдно, поэтому очевидцев столкновения не нашлось. Двое мужчин сидели в припаркованном автомобиле на противоположной стороне дороги. Они рассказывают инспектору, что услышали звук удара, а когда обернулись, увидели лежащего на земле человека и стремительно уезжавший в сторону центра города темный автомобиль. Удар сильно был, он на пешеход, получается, сбил. Побудьте здесь, хорошо, не уезжайте. Полицейские объявили в розыск автомобиль Kia Sorento с повреждениями на передней части кузова. Определить марку машины оказалось проще простого. Номерной знак скрывшегося автомобиля, как визитная карточка преступника, остался лежать на месте аварии. Подозреваемую машину удалось найти спустя 20 минут в этом же районе. Уехать дальше с разбитым лобовым стеклом водитель не смог. Брошенный автомобиль стоял в гаражах на улице Школьной. Следов взлома у кроссовера не было. Kia закрыли с помощью брелка сигнализации. Полицейским удалось установить, что в машине ехали как минимум двое. Водитель и пассажир порезались осколками стекла. Две дорожки из капель крови вели из салона автомобиля к бетонной плите, через которую перепрыгнули беглецы. Известно, что автомобиль принадлежит хабаровчанину. Установить, кто управлял Sorento во время аварии, поможет криминалистическая экспертиза. Сейчас следователи разыскивают владельца машины. Прошедшей ночью он дома не ночевал. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.